я буду проповедовать, ну, вот, допустим, такая тема проповеди «Остатки благословения». Прочитаю одно место Священного Писания, потом обратимся в Новый Завет. Постараюсь вас долго не держать. Есть такой, знаете, термин, чтобы в немногих словах сказать многое. Но как мы все человеки ограничены, иногда то, что нам хочется, не всегда получается. Вы знаете, мы не все можем. Бог может все. Дух Святой может все. А мы люди, но стараемся. Когда-то отец мне рассказывал, в своей молодости его жизнь прошла на Донбассе. Там было хорошее общение, много было молодых братьев, сестер. Он рассказывал, как они служили Богу, как Господь имел с ними отношения. И вот он говорил, что были вечерние молитвы, ревновали о крещении Духом Святым. И вот одна многодетная семья, родители желали быть на этой молитве. И им приходилось вечером оставлять дома одних детей. Но они им говорили, что вы, говорят, ну, помолитесь, вот почитайте, наставляли детей. И так усните, не бойтесь ничего, мы чуть позже придем. И вот зачастую было, и было это не один раз. Когда родители возвращались с молитвы, дети не спали, встречали их. И говорили, а мы знаем, кого сегодня Бог крестил Духом Святым. Родители сразу, кого? Ну, и они, например, говорили, тетя Машу, дядю Сергея и так далее. Откуда вы это знаете? Мы молились, и мы видели, как летал голубь и садился на них. Видно, что родители им рассказывали, как Бог крестит Духом Святым. И они говорят, мы видели, на кого садился голубь. И вот они, и это было точно, это точно было. И причем это было не один раз. Итак, читаем тоже историю одну, связанную с маленькой девочкой. Наиман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Наимановой. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Я вам ничего нового не прочитал. Я знаю, что эта история хорошо известна многим. Братья и сестры, но я хочу на нечто обратить наше особое внимание в этой истории. Итак, пред нами великий, весьма великий человек и уважаемый, военачальник войска сирийского, правая рука царя, и у него, в его доме, прислужила его жене маленькая девочка, которую взяли в плен сирияне, находясь в состоянии войны с Израилем. Как важно, когда мы молимся и ценим мирное небо над нашими головами. Как важно, что дети наши не знают, что такое остаться без родителей. Или наоборот. Вы можете представить положение вот этой маленькой девочки. Она еще, наверное, привыкла к ухаживаниям матери, отца. Но вот ее взяли в плен. И перед ней совсем незнакомая женщина, которой она обязана прислуживать, делать то, что она хочет. И из места Писания я так понимаю, может, вы больше понимаете, чем я, но я понимаю, что она имела авторитет в доме военачальника сирийского, потому что она сказала своей госпоже,
О, если бы Господин мой побывал в пророках, что в Израиле, он снял бы с него проказу. Мало ли что говорят дети, наслушавшись рассказов, историй. Но на слова этой девочки обратили внимание, и то, что она сказала, немедленно донесли царю. И сказали, так и так, говорит девочка. И что делает царь? По словам этой девочки, отправляет Неемана и с ним немалую свиту в Израиль и с письмом к царю, чтобы он снял с него проказу. Евангелист Лука говорит, слова Иисуса Христа, много было прокаженных во дни Елисея, пророка, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, военачальника сирийского. Что же получается? Куда они шли? На что они надеялись? Им так сказала маленькая девочка. И могущественный царь, от которого дрожали народы и царства, они послушались маленькую девочку. Почему? И откуда девочка знала, что так будет? Если во дни Елисея ни один не получил исцеления, кроме, это был первый человек, и сказать, и последний в то время. Это был единственный случай. И к этому случаю подвела их всех маленькая девочка, пленница, размышляя над этим местом Писания, я прихожу к выводу, что через эту девочку сам Бог проговорил, Дух Святой проговорил, и по-другому быть не может. И все получилось так, как она сказала. И так для этого Бог употребил маленькую девочку. Обратимся в Новый Завет. Откройте Евангелие Иоанна, 6 главу. Читаем 6 глава Евангелия Иоанна. Давайте с первого стиха прочитаем. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближала же Пасха, праздник иудейских. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им и на 200 динариев недовольно будет купить хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь, было же на том месте много травы, и так возлегли людей числом около 5000. Иисус взял хлебы и воздал благодарение, раздал ученикам, ученики возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Итак, вот такая история, которая тоже имеет свое продолжение. В первом случае Бог для своих планов использовал маленькую девочку. Итак, второй случай – величайшее чудо. Величайшее чудо. И
Здесь тоже в этой истории один маленький мальчик. Мальчик. 10, 12, 15 лет, но он мальчик. На гору пришло множество людей. Об этой истории пишут и другие евангелисты. Еще есть такое, как бы один из евангелистов говорит, что кроме женщин и детей. Знаете, и так множество людей. И среди этого множества один мальчик пошел на гору, неся с собой 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Наверное, было ему нелегко нести это. Мы не знаем, с какой целью он туда нес. Но вот когда мы читаем у евангелиста Матвея эту историю, то там ученики говорят Иисусу: у нас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Значит, то, что мальчик принес, оно попало в руки ученикам. Может, он им просто принес и отдал. Каким-то образом он встретился с Андреем, учеником Иисуса Христа. Андрей знал, что есть в этого мальчика. Среди тысяч людей один слушатель необычно пришел. Послушайте Иисуса, имея 5 хлебов и 2 рыбки. Вы знаете, когда-то люди по случаю без засухи собрались на молитву на поле, чтобы Бог послал дождь. И среди сотен людей один маленький мальчик пришел на эту молитву с зонтиком в руках. Раз пришли молиться за дождь, он понял, что пойдет дождь, и нужен зонтик. Мальчик, который шел на гору, весьма вполне возможно предполагал, что этот хлеб будет нужен. Люди шли туда налегке, как услышали, увидели Иисус, они оставляли свои работы, дома, они оставляли все и шли послушать Иисуса. И вот мальчик, наверное, подумал, они захотят кушать. Может быть, этот хлеб предназначался для таких, как он, ребят. Может, он шел с многими мальчиками. Но вот тем не менее, вот то, что он принес, оно сыграло большую роль. И во всем мире, где проповедуется эта история, упоминается мальчик, который принес 5 хлебов и 2 рыбки. Как накормить быстро, уже когда темнело, вечернее время, такую массу людей? Иисус наперед знал, что он хочет сделать. Задав вопрос Филиппу, где нам взять, он знал, он испытывал его, что он скажет. Итак, братья и сестры, давайте посмотрим в эту историю, которую вы слышали сотни, а может и тысячи раз. Но я хочу на этом месте Писания, вот тема проповеди «Остатки благословения». Вы знаете, то, что Иисус слушал, это были живые слова. Но человек сам по себе, он слаб, он немощный. И когда приходит время принимать пищу, ему нужна эта пища, чтобы дойти домой, чтобы работать. Знаете, некоторые люди только для этого и живут. Одного рабочего, который с большим трудом копал одну яму, один остановился и говорит ему: что ты делаешь? Он говорит: я копаю яму. Для чего? Чтобы заработать $1. Для чего тебе нужен этот доллар? Чтобы купить себе пищу. Для чего тебе нужна пища? Чтобы я имел здоровье копать следующую яму. Понимаете, иногда у некоторых людей вот так получается. Но у нас нечто по-другому. Не самое важное – это напитаться хлебом, который дает Иисус, я имею в виду прямым смысле слова, для тела нашего. Люди, которые принимали эту пищу, они через пару дней искали Иисуса. Иисус сказал им: истинно говорю вам, вы ищете меня не для того, чтобы слышали слова, но что ели хлеб и насытились. И он дальше им много объяснял, что нужно человеку, и что не самое важное это. Но вот в этой истории есть нечто очень важное.
Я как-то говорил нашим рыбакам церкви, в нашей церкви я знаю рыбаков. У нас в Вашингтоне действует программа, я сам участвовал в этой программе, там ловят одну рыбу, ее сдают, и с этого получают, она платная. За каждую рыбку люди получают до $8. Знаете, они спасают такую ценную породу, как сельмона, потому что эта рыба икру ее поедает. И вот есть программа, ловят эту икру, ловят эту рыбу и спасают также сельмона. И вот наши братья, они работают каждый год, сезон, и неплохо зарабатывают. Знаете, это уже профессиональные рыбаки, изучили повадки рыбы, изучили места и так дальше. И вот я братьям говорю: братья, если у нас на следующую неделю будет 1000 гостей, и вот неделя сроку, накормить гостей, сестрам нужно испечь хлеба достаточно, братьям нужно наловить достаточное количество рыбы за неделю, чтобы накормить 1000 человек. И наши братья-рыбаки смотрели, пожимали плечами, за одну неделю накормить 1000 человек, им это не под силу. Возможности человека ограничены. Знаете, а вот Бог все может. Иисус их всех накормил. Вы знаете, порядок, как Он сказал, как они сели. Он попросил благословения, поблагодарил Господа, ломал, и очень долго ломал. И ученики разносили людям, люди ели, это были голодные люди, и наелись, и насытились, и осталось. И осталось. Иисус сказал: соберите все, чтобы ничего не пропало. И так собрали. Собрали сколько? 12 коробов. Что собой представляли эти короба? И откуда они там взялись? Возможно, я допускаю мысль, это принесли люди. Там были и рабы, знаете, значит, по нуждам своих господ они носили что-то такое. И вот было 12 коробов. И вот 12 коробов на виду всех людей, полные хлеба. И это были остатки благословения. У меня такой вопрос. Что было с этими коробами, с этим хлебом? Куда оно делось? И почему они в этой истории есть? Когда мы читаем по других Евангелиях, прочитайте эту историю с дополнением других евангелистов, Иисус после того, как люди поели и собрали, Он сказал ученикам: немедленно садитесь в лодку, переправляйтесь на другой берег. Допустить мысль, что 12 учеников взяли этих 12 коробов и унесли с собой, это не совсем логично. Иисус хорошо заботился об своих учениках, и не было нужды в том, чтобы у людей забирать 12 коробов полных хлеба у лодку. Но Иисус еще остался с народом. Он понудил учеников идти, а сам остался и сказал: когда, пока отпущу народ. Пока он отпустил народ, я так понимаю, что он еще беседовал с людьми, были еще некоторые вопросы. Обратите внимание на книгу «Деяния святых апостолов», 13 главу, 43 стих. Там написано, что когда апостол Павел проповедовал, Варнава, по-моему, то когда синагога разошлась, то многие из иудеев и обращенных язычников последовали вслед за Павлом и Варнавой, сейчас я проверю, Варнава ли, и которые беседовали с ними, утверждая их пребывать в благодати Божией. Да, я читаю дословно этот стих. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников,
последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. Что это было? Это было, другими словами, собрание после собрания. Братья и сестры, сейчас вы поймете, что я хочу сказать. Мы часто слышим, что неважно, каковы мы приходим в собрание. Но для верующих есть разница, как мы идем, с каким желанием. Но очень важно, каковы мы выходим, что мы взяли, чем мы живем, наше отношение к слышанному Слову Божьему. Являемся ли мы в своей повседневной жизни столбом утверждения истины и правды? Не стыдимся ли мы Иисуса и Его Слов среди окружающих нас людей? Слово, которое мы слышим в нашем собрании, имеет ли оно действие в нашей жизни? Если мы светом, являемся ли мы светом для окружающих людей? И вот 12 коробов хлеба, которым напитались 5000, а может и более людей. Иисус сказал, чтобы ничего не пропало. Для чего это? Я допускаю мысль. Этот хлеб забрали люди с собой домой. И они принесли своим родным, своим близким, тем, которых не было с ними на горе. И они подавали этот хлеб и рассказывали, что было всего 5 хлебов. И Иисус благословил, накормил нас всех. И вот Божье благословение, остатки Божьего благословения, которые предназначены для тех, которых сегодня нет в собрании. Они предназначены для больных, для родных, для близких, для соседей, для друзей. Поделись этой пищей с ними. И да благословит тебя и меня Господь. Да поможет нам Господь уразуметь. Я знаю, подошел один брат, как-то говорит, я никогда в жизни не придавал значения, кому предназначается этот хлеб. Что с ним делать? Для чего он там был? Братья и сестры, много в Писании есть то, что Бог приготовил для тебя и для меня. Я хорошо хочу, чтобы ты помнил, что то, что ты находишься в Доме Божьем, то, что ты слушаешь Слово Божие, у Бога есть особая цель для тебя и для меня, особая забота. И Слово, которое ты слышишь, оно для тебя. Но вот как ты с ним поступишь, это твое дело. Вы знаете, очень важно, как себя мы ведем, когда мы находимся не в кругу верующих людей, где нас окружают только братья и сестры. Знаете, когда нас окружают люди, которые не знают Бога, как мы себя ведем? Видят ли они в нас Христа? Апостол Павел говорит, что мы письмо, читаемое всеми людьми на земле. Вот они читают. Может быть, тебя в жизни было такое, что за тобой наблюдали неверующие люди, и потом они говорили тебе что-то свое мнение о тебе, какой ты есть. Я вырос в селе, и я знаю, в селе люди друг друга знают. Знаете, все село. Кто умер, кто родился, кто женился, кто развелся, кто кого побил, кто напился, все село знает. Вы знаете, даже в то время, когда не было телефонов, я не знаю, как эти новости расходятся. Но быстро по всему селу, хотя село наше тоже такое немаленькое. И вот знаете, как люди говорят, наблюдая за жизнь, за наших, за христианами, ну, у нас там православные, католики и как бы протестанты или пятидесятники, нас называли покаиты, ну, от слова покаянный по-украински, ну, человек покаялся, а нас так, по-народному, говорит, покаит. Так вот, они наблюдали за жизнью вот этих нас, покаитов. И когда что-то не то делаем мы, знаете, что они говорили? А что так написано? Они понимали, что мы живем по написанному. А если мы что-то не так делаем, им интересно, что так написано?
Вы знаете, братья и сестры, я уже буду заканчивать, не буду забирать ваше время, но, пожалуйста, обратите внимание на остатки благословения, которые вы получаете в собрание и берете с собой домой. Понесите, не оставьте, поделитесь, и да благословит вас Господь. И еще дома, знаете, чем займитесь, пожалуйста. Мы приходим в собрание, живем в этой стране, перед нашими глазами большой экран, оператор высвечивает места Писания. Это хорошо. Но все-таки не забывайте читать Библию и носить ее с собой. Как-то на кафедре одной ученые люди спорили между собой, какой перевод Библии является самым точным. Ну, мы тоже иногда обращаемся. Вот, допустим, чтобы вы... Вот возьмите 4 главу Евангелия Иоанна. «Иисус и Самарянка». В русском переводе написано, что тогда она оставила водонос и пошла. В украинском переводе, она залишила водоноса и побегла. Значит, тут ушла, там побегла. Но это следствие как бы перевода. И иногда мы что-то хотим точно знать, мы обращаемся ко всем переводам. Знаете? И вот я хочу вам что сказать. Вот на кафедре спорили, какой перевод Библии самый точный. Ну, там, Вульгата, Септуагинта, Синодальное издание и тому подобное, то, что мы знаем. И вот они доказывали друг другу и истомились, и замолкли. И в это время там находилась одна женщина, уборщица, которая делала уборку, они ей мешали. И когда у них получилась такая пауза, она говорит, а я знаю, какой перевод Библии самый точный. И они все повернулись к ней, поскольку голос ее прозвучал в такой тишине, что все услышали, и говорят все, а какой, а скажи нам. Ну, уборщица подала голос. Она говорит, самый точный перевод Библии – это перевод моей матери. Вы знаете, ученые мужи уставились на нее, и кто-то насмеялся. А что, говорит, ваша мама переводит Библию? Она говорит, да, моя мама переводит Библию. Ее перевод самый точный. И все тогда слушают, чтобы она объяснила. Она говорит, моя мама, она верующая. Она читает Библию. И как она читает, она прочитанное переводит у свою жизнь и живет по написанному. И этот перевод Библии самый точный. Жить по написанному, поступать достойно нашего призвания, в точности исполнять, блажен читающий, слушающий и исполняющий. Да благословит нас всех Господь. Аминь.